Привет всем, мои хорошие, мошногсшибательные зрители, тебя очень обожаю. Сейчас мы, короче, благословим пищу, и все будет нормально. Ом тваме сакшат, шри адишакти, матат, жиши, надиви, намо ногами. Сегодня, короче, будет это обжор. Обжор будет на пюрешку, картошечку, на тефтели, эти рыбные, и на огурчики. Свежие, дальневосточные. Вообще вкусно такое. Аромат такой четкий в этом соусе. Блин, палочками не могу что-то взять. Не, вообще ништяк. Погода вообще отличная на улице. Скоро море нагреется, буду ходить туда, в банку строить. Записи. А что? Хоплю. Вкусненько буду сесть, кушать и вам показывать. На природе. Да. На, короче, шашлыки как нельзя сделать. Или купить, или сделать. И нормально. Кстати, я постоянно стримы провожу на позитиве. Если вы хотите, подходите, посмотрите. Проблемы по-разному. Можете просто подписаться на позитив Хелена. Вам уведомление придет, что стрим начался. Можете мне задавать вопросы. Можете задонатить мне что-нибудь, я что-нибудь буду делать. Цены в описании, или можете сами придумать мне цены. Сказать, буду я за эту сумму делать или не буду. И нормально. Не, ну люди так заходят, доначат, нормально. Там мигает, когда рот мне наполнен, лучше это не говори, плохо слыхай. А кстати, кто из вас тоже любит это? Картошку пюре, которая заваривается. Говорят, она, короче, очень полезная. Кто был у Руслана Гитлермана в баре? Напишите это, пожалуйста, в комменте. Как пиво, вкусное, балдёж или нет? Прикольно. Молодец, пацан, поднялся. Уже свое пиво выпускает. Поэтому главное не сдаваться. Потому что да, будут хейтеры по-любому.
как это, Дзесов сказал Царство Небесное, не хейтеры, только мертвого. Если канал у вас становится популярнее, у вас будут хейтеры по черной силе. Гармонизовайте все. Мне да всякую шнягу пишут на стримах там. А мне когда по барабану пускай пишут. Разумный человек никогда не будет шнягу писать. Это пишут всякие дебилоиды. Ну. Благодаря им и мы попадаем в топ. Представляете, сколько таких людишек, у кого на каналах миллионы. И представляете, все одни хейтеры. Не, у меня... У меня много, короче, этих, ну, всяких карпанчиков. Даже с кем-нибудь я бы записал бы ролики. Мне Руслан говорил, приезжаешь, что вместе ролик запишем, как он. Будет клево. Я бы дальше сразу все поехал. Ну, далековато до него добираться. Пишите, что вы в этот момент кушаете, когда смотрите меня. Интересно просто. Блин, почему интересно, YouTube нет, они не сделали такую функцию, чтобы можно было подключать и разговаривать с подписчиками видео. Было бы вообще ничего. Не, или представьте, блядь, такую картину, если YouTube, типа, сделает то, чтобы это, ролики, то с ним, ну, спишут, там, это, интервью, и все, короче, были подключены, чтобы лица видно было. Это будет, да. Не, они запросто могут. Или нет? Нет, они после дизлайка не сделают такое. А, кто насчет дизлайка по курсе? Пишите. Почему YouTube запретил показывать, кто поставил дизлайки? Что там такое было? И кто ответит правильно, этот коммент будет слышен этого ролика. Хочу у себя видеть. Давай дизлайк. У меня хлеб такой четкий, пропеченный. Как ты думаешь, что Хованскому штраф дадут или посадят? Кто как насчет этого думает? Ладненько, пока, удачи. Я всех обожаю, люблю. Пока!